Апелляционный суд округа Колумбия в пятницу отменил решение нижестоящего суда, согласно которому Агентство национальной безопасности, АНБ, США должно было прекратить программу по сбору метаданных, передает агентство Рейтер. Согласно решению суда, для введения предварительного судебного запрета по этому делу не было достаточных оснований. Как отмечает агентство, решение нижестоящего суда не вступало в силу. Программа слежки завершилась 1 июня, после истечения срока действия, так называемого патриотического акта, принятого после терактов 2001 года. После этого Конгресс принял так называемый акт о свободе США, который дал законодательную возможность продолжить программу слежки на полгода. Ряд общественных организаций судятся с АНБ из-за программ слежки, которые проводились с санкцией секретного суда. Существование программ раскрыл бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в 2013 году. Раскрытие существования программ спровоцировало дискуссию в американском обществе и вынудило администрацию и Конгресс США предпринять действия по ограничению электронной слежки за гражданами страны.